Мы уверены, ты уже знаешь, чем займешься в ближайшие 2 недели, а именно вечерами с 11 по 29 марта. Да, речь идет о поистине легендарной студенческой весне. Из года в год студенты всех подразделений вуза разрабатывают самые яркие и незабываемые концертные программы, включающие в себя вокальные, инструментальные и танцевальные номера, театральные постановки и живое общение со зрителями и членами жюри. Что ж, с каждым годом задача усложняется, ведь на студенческой весне Казанского федерального университета демонстрируют самые лучшие авторские задумки. В этом году также студвесна – это самое долгожданное, ожидаемое, яркое событие весны. Все студенты готовятся, и если мы говорим об особенностях этого года, то в первую очередь это 2 специальные номинации – «Года семьи» и «Года технологий». У каждого института, факультета была задача подготовить часть номеров по данной тематике. Я думаю, что как раз уже сегодня мы начнем наблюдать эти номера. В каждый из представленных дней культурно-спортивный комплекс «Уникс» будет наполнен не только самыми активными и амбициозными студентами, непосредственно участвующими в основном действии, но и профессорско-преподавательским составом вуза и ликующими зрителями. Сегодня, 11 марта, первыми стартовали Институт математики и механики имени Лобачевского и Институт фундаментальной медицины и биологии. Подробнее об их представлениях мы расскажем в одном из следующих выпусков. В этом году студенческая весна проходит с 11 марта по 29 марта. И обычно, как всегда, финальным 29 марта мы поедем в набережные Челны и Елабугу, и там уже ребята покажут также свои программы. Студенческая весна – это самое ожидаемое событие. К данному мероприятию студенты готовятся уже там, с декабря, с ноября. Как только заканчивается фестиваль «День первокурсника», уже начинаются новые идеи, уже команды собираются, готовятся. Поэтому, да, конечно, все ждут весну, с этого начинается наша календарная весна, яркая, солнечная. Ну и, конечно, творчество нас радует вместе с солнечной погодой на улице. Студенческая весна – это именно то мероприятие, на котором, пожалуй, должен побывать абсолютно каждый студент. Но если по каким-то причинам посмотреть вживую вы не смогли, расстраиваться не стоит. Ведь большая команда телеканала «Универ ТВ» не оставит в беде. Наблюдайте за серией трансляций в официальной группе социальной сети ВКонтакте. Ждем именно тебя. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, «Универ Новости».